Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Earn to Die 2. Это выживалочка на машине во время зомби-апокалипсиса. Ну что ж, поехали. Играть, конечно же. Так, режим история. Ага, тут у нас еще и видеоролик есть. Короче, как мы понимаем, ребята, тут все разрушено. Ну, естественно, зомби-апокалипсис. Кто-то убегает, и за ним бегут зомби. А убегает, естественно, это наш главный персонаж, я так могу понимать. Что такое? Мы где-то спрятались. Так. Внимание, внимание, всем выжившим! Говорит военная база «Исход». Мы больше не можем удерживать базу. Черт! Последний самолет улетает в порт-убежище. Откуда отправится наш эвакуационный корабль? Всем спавшимся срочно прибыть в эту точку. Мне нужна машина. Любая машина. Ну что же, ребята, все понятно, да? То есть мы должны вот от этой точки прибыть вот в эту точку. Естественно, все это дело будет происходить на машине. Так, зайдем, пожалуй, в гараж и посмотрим, что у нас есть. У нас есть всего лишь $20, и нам позволяет купить, что это такое? Топливный бак. Увеличивает емкость топливного бака, чтобы проезжать больше расстояния. Конечно, покупаем, ребята. Ну и, наверное, поехали. Так, наверное, придется мне кнопки. Да, ребята, мне надо будет сейчас кнопочки здесь подрегулировать. Так что, секундочку. Ну что, ребята, проверяем. Так, отлично, очень даже неплохо. Вот они и зомбики. Конечно, машинка у нас не особо классная, но тем не менее. Так, давай, далеко ли мы уедем на нашем топливном баке? Судя по всему, там его можно было увеличивать и увеличивать. Так. Бензин закончился. Да, далеко, конечно, мы уехали с вами, но тем не менее. А как мы с вами... Ага, вот у нас идет заработок денег. Хорошо, поехали в гараж. И у нас $32. Что я могу себе улучшить? Я могу... Двигатель. Более быстрый разгон и более эффективный расход топлива. Конечно, покупаем, ребят. И опять же, едем. То есть, наша цель — проехать как можно большее расстояние, да? Наверное, как можно больше задавить зомбарей, получать за это деньги и улучшать свою тачку. А наверху, как мы видим, ребята, у нас бензоправки есть и машина. То есть мы с вами будем получать еще здесь новый вид транспорта, судя по всему. Смотрите-ка, я почему-то задымился по непонятным мне причинам. Так, день 2 завершен, бензин закончился, $41 я получил. То есть у меня получается как типа бесконечно, да, я буду возвращаться в свой гараж, постепенно улучшать машину. Увеличение максимальной скорости, на которой вы можете ехать, конечно, улучшаем. Я думаю, ребята, вас, наверное, это утомит одно и то же. В общем, ребята, вы мне напишите в комментариях, как вам эта игра, стоит ли в нее играть и стоит ли показывать все, как говорится, от начала до конца. Как я улучшаю машину, как я делаю эти заезды, или же ни шиша подобного. Просто в такие игры я раньше не играл, именно вот такого характера. Но... Блин, вот не хватает, знаете, чего? Что-то такого, вот ускорения какого-то, чтобы я ехал быстрее. Но, тем не менее, я потихонечку, видите, все дальше и дальше продвигаюсь. $48 у меня общая сумма, и я могу себе купить что-то такое. Ускоритель, это на задней части машины устанавливается ускоритель. О, неужели это то, о чем я думаю, ребята? Так, нажимайте кнопку ускорителя для увеличения скорости. Следите за количеством топлива на панели приборов, когда включать ускоритель, газ удерживается автоматически. Ага. У меня появилась новая кнопка, ребята, сюда нужно добавить ее. Так что секундочку. Ну что же, нам остается только лишь протестить это дело. Так, а ну-ка. Ёлки-палки, обалденно, кстати. У меня увеличивается скорость. И это круто. Жих, нормуль. Так, надеюсь, я уеду подальше, чем обычно. Ну-ка. Вау, просто перелетел. Да иди ты отсюда, жирный зомби. Слушайте, а у меня будет оружие или еще что-нибудь такое, а? Мины, бомбы какие-нибудь. Вау, шикандос просто. Валите нафиг, слушайте, я уже далеко уехал. Ай, бензин закончился, слишком медленно.
неплохо. Так, 59 бакинских я зарабатываю, и, естественно, я буду тратить их на топливный бак. А почему на топливный бак, ребят? Ну, мне же нужно проехать дальше, верно? Верно. Поэтому, естественно, на топливный бак. На что же еще можно тратить наши кровные барыши? А, на ускоритель, кстати, тоже можно было. Круто, круто, ребята. Слушай, а мне нравится. Вау, я в какую-то трубу заехал. Так. Замарю, просто проехался. Йо-хоу, обожаю вот это вот. Четко все, да? Тихо, не надо разбиваться, пожалуйста. Блин, а почему у меня машина, ребята, дымится? Она, видимо, получает какие-то повреждения. Блин, бензин закончился. Ну, почему так быстро он заканчивается? Но все равно я проехал еще чуть-чуть дальше. Смотри-ка, я могу... О, ребят, тут есть оружие, оказывается. Так, а это что такое? Лучшее сцепление с дорогой, проще ехать в гору. Нет уж, спасибо, я лучше, наверное, ускорение себе поставлю. То есть, я так понимаю, что у меня оно будет действовать дольше, да, когда я его покупаю. Ладно, проверим все это дело. Дайте мне проехать как... Хотя бы до первой бензоправки доехать. Ой-ой-ой-ой, аккуратно. Чуть было, ребят, не влезло. А почему моя машина уже дымится? Я же ничего такого криминального не сделал. Эй, ребятули, так нечестно. Может быть, не надо вот эти вот коробки ломать, а? Или в зомбаре врезаться? Не знаю пока. Пока не знаю, ребята, в чем проблема. Надо как-то укреплять, что ли, мою машину. Может, броня какая-то тут. Эй, да что ты делаешь? Чуть было не перевернулся. А, наверное, когда, ребят, машина переворачивается, мы сразу с вами погибаем. Я даже не доехал до своей контрольной точки. Лузер, елки-палки. Так, ну что? Ага, смотри-ка, тут у нас броня. Защищает машину от повреждений. Улучшайте, чтобы усилить защиту. Ага, двойная награда. Смотреть видео. Ну, давай. Так, ребят, я получил $76. Это круто. Мы с вами можем их потратить. Ха-ха, на что? На двигатель, конечно же. Ну что, я готов ехать. У меня такая... Ох, смотрите, у меня впереди что-то такое появилось. Ага, видимо, за счет этого я могу ломать преграды. Но это как бы дополнительная моя броня. Ой-ой-ой, нет, ребята, что ты делаешь? Что ты делаешь? Да... я не могу, ребята, встать. Я не могу встать, все, по-моему, я проиграл, да? А как перевернуться-то, эй? Дорогие мои мертвецы, как мне... Я не могу ничего сделать с машиной. Ребят. Да. Очень был крутой заезд. Это ж надо было так лопухнуться-то, а? Ладно, будем впредь аккуратными. Значит, короче, если мы переворачиваемся, да, мы не погибаем с вами, но мы в то же время и встать не можем. Что приводит к проигрышу. Хорошо, что у нас за это хотя бы деньги не отнимают. Или жизнь, или еще что-нибудь. Зомбаря раздавили просто-напросто. Так, давай-давай-давай-давай. О, трамплинчик. Круто, крутяк. Так, опа, ты понял, как я могу делать? Ха-ха, а то. Это вам, ребята, не сопли есть в подворотне. Это все-таки зомби-апокалипсис. Ёпрст, ты посмотри, что... Воу! Давай, едем, едем, едем. Да что ты, ускоритель закончился. Смотри-ка, как я лихо прорвался вперед. Так, у нас с вами $106. Бензин, конечно же, будем приобретать горючечку. Поехали. Слушай, вам, наверное, надоело смотреть на одно и то же, да, ребятули? Пишите в комментах. Потому что эти уровни, я так понимаю, будут повторяться неоднократно, пока я свою машину не усилю. Но мне бы хотя бы доехать до первой бензоправки, а там посмотреть, что будет вообще. Йо-хоу, крутяк. Ну-ка еще. Слушай, мне кажется, надо здесь, ребята, улучшать ускоритель. Крутая вещь на самом деле. Посмотрите. Я просто как Бэтмен на крыльях ночи. Ну дайте мне доехать до точки хотя бы своей, даже дальше. Есть. Блин, ускоритель закончился. Как вовремя, я тебе скажу. Так, а бензин? И бензин сейчас кончится. Ребят, кончится сейчас... О-о-о-о-о-о! Нифига себе, замечательно. Слушайте, совсем маленечко остается мне до контрольной точки. Видимо, до бензоправки.
И что тут можно? Ускоритель. А это что такое? Развесовка. Это перераспределение веса помогает пробиться сквозь зомби и препятствия. Я думаю, что пока я перебьюсь. А вот коробка передач пригодится. То есть, если мы с вами едем на определенной скорости, да, то она будет поддерживаться, как я могу понимать. Так. И ускорение лучше, ребята, включать вот на каких-нибудь там, типа, трамплинах. Вот так вот. Смотри, мы сразу пролетаем с вами большее расстояние за короткий промежуток времени. Ну, времени у нас здесь нету. Йо-хоу, нифига себе, ребят, вот это я летаю. Я прям действительно Бэтмен на крыльях ночи. У меня крутая тачка. Я вообще сам весь крутой. Тихо, не надо мне тут всякие коробки выставлять. Вообще замечательно. Ой, тихо. Слишком медленно, а что делать-то? Подожди, я не могу понять, что... А, вот так вот можно сделать, понял. Можно, ребята, отъехать, немножко выровнять свою машину. Черт подери, бензин, написали, закончился, и она начинает почему-то дымиться, хотя в меня никто не стреляет. От чего я получаю повреждения, пока мне непонятно. Эх, я бы с удовольствием посмотрел бы сейчас рекламку за дополнительные 100 бакинских. Я думаю, что вы, наверное, тоже были бы не против посмотреть, как моя машина улучшается просто на глазах. Йо-хоу! Смачно. Слушай, интересно, а тут будет много машин и... Ну, судя по тому, как мне ползти и сколько мне здесь надо ехать, я думаю, что очень много будет всяких разновидностей. И хотелось бы, конечно, узнать, есть ли тут какие-нибудь боссы, враги. Там, знаете, как уезжать от какого-нибудь боссяры. Было бы прикольно, кстати. Так... Да ну. Слушай, надо что-то такое сделать, через что бы мы могли с вами легко проезжать. То есть, ломая вот эти вот препятствия, было бы вообще четко, согласись. Да что такое, бензин закончился, все практически на одной точке. Слушай, тут надо улучшать себе бензобак. 34 доллара, вообще ни на что не хватает. Вообще ни на что. Может быть, знаете, что, ребята, делать? Может быть, мне вот так вот играть втихаря, да? А потом вырезать ненужные моменты? Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Хе-хе, зомбарь полетел к ядре, не фени. Еще музон такой, да? Рок такой играет. Ну, в принципе, это и должно быть такое в таких играх плана зомби-апокалипсиса. Ой-ой-ой, сломали мне мостик, гаденыши. Так, нормуль, пробиваемся через толпы зомбарей. Вот это вот, тихо, не надо ломаться. Блин, моя машина уже дымится, ребят. Я еще даже до точки до своей не доехал. До контрольной, так скажем. Сейчас, наверное, бензин, как всегда, кончится, да? Воу. Ну, приехал. Ребята, я приехал на первую бензоправку. И что мне это даст? Пройдена контрольная точка. 120 бакинских, и игра сохранена. Ага. Вот столечко, вот столечко мы всего лишь продвинулись. Ну что, друзья, у меня 154 бакинских. Я могу себе купить двигатель. Я и покупаю, естественно. Ой, там можно было, ребята, рекламу посмотреть, а я не посмотрел. Я, ну бас, я лопухнулся, вот что я могу сказать. Ну давай, ладно, посмотрим, тут, ребят, новая территория, видимо. Новые законы, новые правила. Давай, родной мой. Ой-ё, это что такое? Ребят, это была бочка, какой-то зомби разбежался на меня здесь. Слушай, бочку, ребят, я взорвал бочку, и моя машинка, к сожалению, дымится. Ух ты, тихо. Ну! Эх, как тяжело нам, конечно, справляться с этими препятствиями. Оу, тихо, что тут происходит? Да ну хорош, отлично, какой нет, отлично. Я лично ничего отличного не вижу. Но, тем не менее, ребят, смотрите, полпути я проехал на одном практически дыхании. 150 долларов у меня, и я думаю, что нам нужно... Что вот это вот? А, вот, пробиваться сквозь зомби и препятствия. Давайте, ребят, попробуем. И заодно вот это вот купим, колесики.
То есть я думаю, что теперь мы будем немножко попроще с вами пробиваться через препятствия. Надо было, наверное, сразу это купить. Блин, вот это круто. Вот это круто, ребята. У меня, по-моему, даже скорость, ну, теряется, но не так сильно, как поначалу. Ё-моё, я просто какой-то этот. Бочка, почему он пишет мне отлично? Дай-ка я ускорюсь маленько. Тут надо через эту трубу, наверное, просто раздавил колесами, просто в репу ему. Воу, смачно. Ребят, ну это круто, на самом деле круто. Еще одна бочка, зашибись, машина моя дымится уже в хлам практически. Я боюсь, что она сейчас разобьется у меня. Мне, наверное, надо пробовать, ребята, укрепить броню. Куда это я... Ребят, куда это я с вами? Все выше и выше и выше. Ну вот теперь уже точно полпути. Я проехал $161 и заработал. И вот теперь заманчиво. Либо мне купить двигатель, либо купить горючку. Я хочу горючку, ребята, взять. Почему именно горючку? Потому что, во-первых, мы с вами сможем при том же темпе проезжать намного дальше, верно? По идее, так должно быть. Ну, конечно же, если у нас еще и движок при этом улучшенный, то это вообще смачковски получается. Вау, 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 вау. Тихо, 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 родной. Так, слушай, сейчас мы будем... Нет, не сейчас. Вот сейчас будем. Давай ускоряться. Надо ускорители, ребята, беречь. Все, давим на своем пути. Просто как, знаете, как тракмен, тракмены, которые ездят вот на этих вот здоровых машинах. Здоровые колеса. И давят все на своем пути. Даже машины вражеские давят. Вот мне что-то это напоминает. Так, интересно, мы с вами... Ну... Выровнялись. Ух, ребят, нам мешают зомби. Да что ж... Ой-ой-ой-ой-ой. Чего такое? Блин, двигатель, ребят, сломался у меня, оказывается. Ты понимаешь? У меня сломался движок. Черт, что делать, а? Так, $211. Короче, ребят, движок покупаю. Без движка я себя как-то не очень хорошо чувствую. Без хорошего движка. А когда движок классный, то это замечательно. Есть, вот так вот их всех давить. Нормуль. Так, замечательно. Отлично, почему отлично? За что вот это вот отлично дают? Я не могу врубиться, если честно. Так. Тут перепрыгиваем. Ну его нафиг, да, не хочу я в эту трубу падать. Все сноси, родной мой, все сноси. Мы спешим с тобой на базу военную. Вот. Вот как надо было делать, чтобы, ребята, не получить повреждения. Но, тем не менее, все равно моя машина бедненькая дымится. Бедняжечка. Давай, давай, давай. Тихо, ты куда там? Что ты там вытворяешь-то? Хочу посмотреть, ребят, что нас ждет в конце вот этого вот. Уу! Нифига это прыжок сделал. Воу, ребят, вот это круто. Блин, опять двигатель сломался. Что же делать-то нам, а? Укреплять тачку. Так, покупайте броню для защиты машины. Ну, я так и понял, ребята. Мы именно из-за этого с вами и ломаемся, что у нас очень слабенькая защита. То есть мы во что-то врезаемся, и, соответственно, плохо сказывается это на нашей машине. Йо-хоу! Слушай, а если мы, например, еще купим себе разновеску и крутые колеса? Это, наверное, будет вообще имбово, да, все? Видите, ребят, вот сейчас вот я врезался, даже ничего не отвалилось у меня, не задымилось. То есть все отлично. Зомбари просто улетают в поднебесье от меня. Она так кричит: спасибо, Рэй, что отправил нас в преисподнюю. Тихо, тихо, вот это не надо. Погоди, что? Блин, пришлось, ребята, так сделать. Другого варианта я не видел. Вот, мы опять с вами на той же точке. Ребята, у меня защита отлетела. Понимаешь? Да сколько их скоплений тут. Я обожаю, когда мы так летим, хотел сказать. И... Ну что, давай, наверное, мы с вами купим колеса. Фиг с ним. Так, еще $180, да? Значит, мы еще в придачу возьмем вот это вот.
развесовка. Замечательно. Ну-ка, погнали. Ребят, посмотрите, какие у меня стали крутые колеса. Как будто я на мобил-треке еду. Ха-ха-ха. Круто. Плюс эта развесовка, видимо, нам помогает комфортнее себя чувствовать. Отлично. Моя машина пока целенькая, пока даже и не дымится. Иди отсюда. Просто в хлам с зомби мы разрываем, ребят. Одни руки, ноги в разные стороны отлетают. Тихо, не падай. Вау, смачно. Ну разве это не круто, а? Это, по-моему, вообще круто. Так, давай вот здесь вот перескакивать. Естественно, ребята, на ускорение это все делается. Потому что мы можем с вами упасть. Ух ты. Блин, опять у меня, ребят, машина дымится. Ну что ж ты будешь делать? По-моему, мы с вами еще немножко и доедем до заправки. Давай, 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 поднажми, родной мой, поднажми. Блин, бензин закончился, да что ты будешь делать? Смотрите, совсем немножко мне не хватило, чтобы доехать до следующей контрольной точки. Так, давай-ка я, наверное, куплю себе ускоритель. Ух ты, еще что ли могу один? О, я могу еще один взять. Замечательно, слушай-ка, может быть, теперь у нас все получится. Давай-ка попробуем. Просто перелетаем все подряд. Нам зомби здесь вообще, как говорится, не помеха, да? Просто букашки какие-то. Тихо-тихо. Блин, врезался в эту бочку, а не надо было бы. Зомби, отвали от меня, слезь с моей машины. Сидит там на крыше, пригрелся. Буржуй. Так, отлично. Вау. Вот это сейчас было классно сделано, ребят, на самом деле. Тихо. Так, отлично, говорят мне. И мы с вами... Слушай, ну я себя чувствую просто великолепно, если честно. Давай, 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 перелетаем. Мы просто, ребята, наезжаем на зомбарей. Не давим, а просто колесами их по головам по их им разъезжаем. Нифига себе у меня скоростуха сейчас была. Так, вот здесь, наверное, тоже надо... Ребятушки, у меня отвалилась передняя броня. Это плохо, наверное. Это, наверное, очень плохо. Это сейчас скажется очень, да? Сильно на мне. Тыщ, и бензин закончился. Блин, буквально на той же самой контрольной точке. Что же нам сделать? Может быть, движочек улучшить? Ну ладно, движочек я улучшил, предположим. Это не движочек, ребята, это коробка передач у нас получается. Вообще просто мясо. Просто мясо. Охерею просто. Тыдыщ, отлично. До сих пор не могу понять, за что мне дают вот это вот отлично. Что я такого сделал? Так, пока все под контролем. Тут надо... Тихо ты, надо, ребята, бензин как бы тратить. Ну, на самом деле, не то, что даже бензин, а ускорение. Правильно. Да, в принципе, и горючка тоже. Не горючка, а ускорение и горючка, это взаимосвязано. Чем экономнее мы с вами все это дело потратим, эй-эй-эй-эй, тем мы с вами дальше сможем проехать. Вот в данный момент, судя по приборам, у меня с горючкой не все так хорошо. Да что ж ты будешь делать? Я все время врезаюсь. Надо вот, ребят, запомнить, что когда вот этот вот пригорчик у нас есть, не нажимать ускорение, и тогда все будет хорошо. Видите, как только я врезался, у меня машина начинает дымиться. Вау. И опять закончился бензин. И, ну, чуть-чуть дальше проехал. То есть, вывод у меня напрашивается такой. Если мы с вами сейчас купим бензинчика... Воу. А вот так, ребята, я на халяву еще зарабатываю 220 бакинских. То есть... Хотел сказать, сейчас еще куплю себе горючки. Ага, не тут-то было. Ну ладно, возьмем тогда себе двигатель. Это эффективный расход топлива. Ну теперь-то я уже, наверное, думаю, смотрите, от зомбарей просто кровище во все стороны хлещет. Если раньше мы давили их, то теперь просто вообще на куски. На куски просто их разносим. Жестоко, очень жестоко. Так, не забываем, ребята, про то самое место, где я говорил, что ускорение включать не стоит.
Тот самый пригорчик. Эй-эй-эй, тихо, машина, не падай, пожалуйста, не падай. Дыдыщ, вот это было вообще классно. Слушай, я прям такое впечатление, что я лечу, а не еду, если честно. Вау-вау-вау-вау-вау. Просто разносим всех в хламину. Слушай, у меня машина, по-моему, начала быстрее в разы ехать. Ты посмотри. Да блин, что ж ты опять ломаешься у меня, тачка? Так, вот здесь аккуратнее. Все равно, по инерции своей скорости, ребята, она врезается. Чего бы я там ни делал. Так, эти два тут зомбаря никудышных. Ребят, я, по-моему, еще дальше проехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Доедем, доедем до бензоправки, ну. Фух. Вот это другой разговор, вот это я понимаю. Вот это мы прокатились с ветерочком. Так, и мне дают $236. И плюс к тому же игра сохранена. Естественно, я отправляюсь в гараж. Картинки достали меня. И мы с вами покупаем. Что мы тут с вами покупаем? Ускоритель? Наверное. Так, что у нас здесь, ребят, с вами новенькое? 22-й день. Слушай, а у меня там нету случайно определенных дней, за которые я должен доехать? Вау, прям по головам прокатился. Это было круто. Да идите вы отсюда. Скопление бомжей. Вау, вот это было. Тихо, что делаем? Что... Во, вот так вот надо было сделать. Так, ребята, газуем, 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 газуем. Блин, вообще смачно. Пишите в комментариях, ребят, как вам эта игра. Очень интересно знать ваше мнение. Ёпарсете. А может быть, даже кто-то из вас ее уже и прошел давно. Может быть, чем-то сможет со мной поделиться своим, как говорится, боевым опытом. Да что такое-то, машина? Не надо переворачиваться. Ох, было больно. Это для машины, я имею в виду. Так вот, врезаться-то. Бензин закончился. Слушай, я знаю, что... Вот смотри, у нас практически весь бензин куплен. И мы с вами даже полпути еще не проехали. Как нам быть? А, тут еще достаточно, ребята, для бензина. Так что две палочки. То есть нам как раз, наверное, придется это все дело полностью купить для того, чтобы мы смогли пройти эту карту или этот участок. Я не знаю, как тут у них. Потому что в конце, смотрите, видите, стоит машина. Я так понимаю, что нам дадут новый вид транспорта. Может быть, я ошибаюсь, но скорее всего дадут. Я же не буду всю игру проходить на этой машине, потому что я скоро ее полностью проапгрейжу. Верно? Верно. А карта, вы сами карта сами прекрасно видели, очень здесь большая. Блин, ну это пипец. Мы с вами, кстати, едем на какой-то багги, скорее всего, да? Такая машинка. Тихо, не надо тут выкаблучиваться. Буш. Сейчас у меня, по-моему, тачка сломается. Или движок, или... Броня отлетела. Как будто ее здесь и не было. Сейчас и капот, ребята, по-моему, отлетит. Отлетел уже. А, я уже немножко дальше проехал. Кстати, бензин закончился, я, ребята, еду на одном ускорении. Куда? Отлично, какое... Отлично, и на дорожку причем прихлопнул зомбарей. 308 бакинских у меня. Так, что тут у нас? Это что? Это у нас колеса. Кстати, сцепление с дорогой надо купить. Потому что вы сами прекрасно видели, ребята, у нас все в горку, да в горку. И посмотрите, какие у меня смачные стали колесики. Замечательно. Я никого не чувствую. Просто, знаете, я выехал на прогулку, так сказать, в магазин за соком. Слушай, ну ладно, я все понимаю, зомби-апокалипсис. Ох ты, все дела, но почему тут какие-то трубы и всякая ерунда? Это типа метро, да, у нас такое? Мы типа едем в метро с вами. Смачно. Пошел отсюда. Так, вот здесь, ребят, на ускорении прокатимся. Так, что я себе улучшил? Колеса только лишь, да? Блин, ну колеса, я смотрю, не особо здесь решают, хотя... Сцепление с дорогой, говорят, лучше. То есть я вот именно такие препятствия хорошо беру. Когда трамплинчики.
Ух ты, ты видел? Вообще замечательно получилось. Ну-ка, дай-ка я вот так вот. Опа. Нифига, ребята, я круч. Круч Макдак, ё-моё. Бензин закончился. Ну, это потому что я тут много понтовался и мало дела делал. Так, ну что же, давай вот это тогда купим. Будем, ребята, покупать все то, что нам доступно по мере поступления к нам денег. Ты видел? Я просто перелетел большой довольно-таки участок. Слушай, надо ускорение покупать. Да тут все надо, ребят, все абсолютно. И ускорение, и бензин, и... Ну-ка, жух, вообще смачно получилось. Просто адреналин, блин, зашкаливает. Так. Я представляю ощущение у нашего гонщика за рулем этой машины. Ты представляешь себе, да? Особенно, если он еще думает, какой идиот играет за меня. Ой, да это в штаны наложил уже не один раз. Ну, парень, ничего не поделаешь. Тут выбор, либо ты в штаны наложишь, либо тебя сожрут зомби. Выбор, как говорится, невелик. Я думаю, ты будешь доволен с полными штанами, но, по крайней мере, живой. Так, что у нас тут, ребят? Я практически доехал до своей контрольной точки, но... Ну, я врезался, и машина моя... Воу-воу-воу, тихо, ты что такое-то? Слушай, я практически даже дальше проехал. Нет? Да, чуть-чуть, буквально чуть-чуть, ребята. Нет, на том же самом уровне. Да-да-да, я буду покупать горючку, потому что... Блин, там можно было, ребята, посмотреть рекламу. 370 бакинских мог получить на халяву. А это означало только одно, что я бы, наверное, горючку бы себе полностью мог прокачать. Блин, без горючки-то как-то плоховато. Потому что, я так понял, лучше всего раскачивать вначале горючку, потом ускорение, ну а потом уже, наверное, все остальное. Хотя двигатель тоже как бы нужен. Тут игру сделали таким образом, что все элементы апгрейда необходимы. Нельзя чего-то проигнорировать. Хотя, может быть, развесовку и колеса можно было бы проигнорировать. Или же даже коробку передач. Но, опять же, я в этом не уверен. Так, давай. Вау! Так, ускоритель закончился довольно быстро почему-то на этот раз. И опять я до своей контрольной точки, ребята, не... не доехал. Да куда ж ты переворачиваешь? Ну что ты делаешь? Ну, смотри-ка. Смотри-ка, как он хитро встал. Тихо, ты что делаешь? Ребят, я даже дальше. Ускоритель утерян. И бензин закончился. Смотрите-ка, я проехал еще больше, чем мог. Фух. Ускоритель покупаю. Еще один. А почему нет рекламы? Я думал, рекламу дадут. Посмотрим. Так, 27-й день у нас, ребят, на кону. Я просто лечу. Я злой, вы это видите, да? Мой водитель просто в гневе на все на это. Ему, наверное, достало ехать одни и те же трассы по тысячу раз. Вау, прям с таким подлетиком. Давай. Это два раза я купил ускорение, то есть у меня должно хватить. Хватило, ё-моё. Тут есть такие места, где можно даже его не тратить, он сам заезжает. Так, ладно. Да что ты будешь, опять машина, ребят, дымится. Вот это было круто сейчас придумано. Ну-ка, вот, наконец-то я перепрыгнул через это все дело. Йоху, смачно. Враги, пошли. Мне кажется, сейчас движок сгорит. Блин, ты что ж горелый. А вот тут вот почему-то, ребята, не хватило мощей мне заехать, короче. Сейчас движок вскипит. Я еду как сумасшедший просто. Так, ускоритель написали, мне закончился и бензин. Но я маленечко продвинулся. И это уже большой плюс. $324 я получил. Как мне достали эти картинки? Так, ну что, давай-ка я попробую. Нет, я не хочу.
А, у меня ускоритель... Нет, я уже думал, ускоритель я полностью купил себе. Нет, ребят, ничего подобного, но буквально еще один заезд, и ускоритель у меня будет куплен полностью. Ничего себе! Ты видел, что я сделал? Я еще дальше перелетел, чем когда-либо. Наверное, у кого-то голова уже кружится, как у меня, да? Смотрите, такая обалденная просто скорость, ребят. Тихо, подожди, ты... А где машина-то? И как? Ребят, и как? Ну ты будешь вставать, ну вставай, родной мой. Так хорошо начал и так плохо закончил, прям пипец. Вот он мой последний, ребята, ускоритель. Поехали. Поехали. Чё? Это... Слушай, по-моему, у нас скорость ускорения увеличивается. Вот что я могу сказать. Просто нажал чуть-чуть, у нас такие тут скоростя, ребят, бешеные просто. Офигеть. Офигеть просто-напросто. Других слов у меня нету. Так, где у меня горючка? Ага, я вижу свою горючку, она отмечается в левом. Хотел сказать, в левом углу. Самая левая это горючка, ребята. Посередине это наша скорость. А вот справа крайне это у нас, ребята, шкала нашего ускорения. Ну, паршиво я, честно говоря, проехал, если честно. Очень паршивенько, потому что я рассматривал в этот момент панели управления. Ну и, как говорится, не особо контролировал... Воу, тихо, что это такое было сейчас? Не особо контролировал нашу поездку. Ладно. Может быть, хотя бы рекордик свой побить сможем или не сможем? Как думаете? Слушай, мы уже его, по-моему, побили. А ускорение, если... Так, двигатель... Мне сломался, ребята, движок, к сожалению. Слабенький. Это говорит о чем? Что нам нужна броня. 347. О-оу. Ребят, я покупаю последнюю горючку. То есть у меня получается ускорение максимальное, горючка максимальная. Теперь остаются такие вот факторы маленькие, как, например, движок, коробка передач. То есть вспомогательная, да? Ядрить тебя на корень. Вот это было имбово. Давай, родной мой, зажигай. Так, отлично, хорошо. Тут, наверное, тоже ускоримся маленько. Блин, у нас сломается движок. Это говорит о чем? Что нужно будет купить брони. Да? Или же движок усилить. Я не знаю, что лучше нам. Сейчас определимся. У нас прокачаны еще по максимуму это колеса. Так ведь? Йо-ху! Ха-ха! Блин, мне нравится, как вот у него сцепление идет. Прям он подлетает на этих трамплинчиках. И это очень здорово смотрится. Заехал. И вот, вот о чем я вам говорил. Видите, я немножко врезался. И все, и мой движок уже, ребят, дымит, горит. И плачет, говорит: Рей, ты что делаешь, засранец? Блин, опять на ту же самую граблю. Опять. А потом я удивляюсь, почему я не могу проехать, почему у меня машина ломается. Да, одни и те же ошибки, ребят. Одни и те же. Ничего не меняется. Многие люди учатся на своих ошибках, а я их повторяю. Ну давай, 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 давай. Движок, только не ломайся. Я понимаю, что у тебя нету защиты спереди никакой. И зомбарей ты просто движком давишь. Куда ты? Ты что ж ты? Он задком, ребята, он просто... Ты вставать будешь у меня сегодня или нет? Как ты это делаешь? Как ты встаешь? Как ты переворачиваешься? Почему ты этого не делаешь? Почему слишком медленно? Да потому что он стоит, ребята. Ну? Ну и что это такое, а? Тьфу ты. У меня нет слов, ребята. Ускоритель закончился. Зомби, давай, добивай мою машину. Придурок. Присел. Так, ребята, ладно, давай мы с вами прокачаем полностью двигатель. Никакой рекламы не дают? Не дают, к сожалению. Все, у меня теперь движок по максималке, скорость по максималке, ускорение по максималке, горючка по максималке. Все, единственное, что не хватает, это мне брони. Эх ты, гунь-плен, а? Кто тебя просил, а? Кто тебя просил? То он переезжает, то не доезжает, то врезается.
Фиг его поймешь. Просто все в хлам давим. Так, давай. Он еще и здесь, ребята, тупит, а? Вот здесь-то он никогда практически не тупил. Что он делает? Наверное, ребята, водила на меня слишком сильно обидится. Серьезно вам говорю. Он сам на себя не похож. Либо он уже немножко заражен. Ого. Ого. Вот это я, ребята... Вот это я туплю. Вот что я хотел сказать. Вот это я, ребят, туплю. Тыдыч. Блин, я уже просто хочу проехать эту карту, на самом деле, ребят. Очень сильно... Ну давай ты... Какие-то коробки ему мешают. Вечно ему что-то мешает. Вау. Фейерверк такой офигенный. Был. Опять у меня машина дымит. Да чтоб тебя. Короче, ребят, в следующий раз будем улучшать с вами броню. Но это не дело. Он уже горит. Сейчас у него, как всегда, либо движок сломается, либо еще что-нибудь. Ну, все как обычно. Твою ж дивизию, вот это было рискованно. Ты будешь ехать-то, двигатель сломался. Ну, естественно. О чем я вам и говорил, что движок у него сломается рано или поздно. Ну, правильно, столько бочек бомбить своим этим корпусом. Давай, сделаем так. Так, еще 330 бакинских. Давай-ка мы потратим, наверное, с вами на коробку передач. Это увеличение максимальной скорости. Плюс ускорение, да это будет имба сейчас, проверим. Классно. Очень классно, так. Давай только не надо тупить, родной мой. Так, у нас полная броня, да? У нас все тип-топ. Мы должны сейчас с вами доехать, в принципе, до машины или, я не знаю, до контрольной точки, короче. Постараться. Нам нужно, ребят, постараться. У нас обычно ломается движок к этому моменту. Но в этот раз все будет по-другому. Вот так, вы видите, что мы с вами вытворяем. Вот как мы это делаем. Заезжаем на все препятствия. И нам пофиг. Заехали даже здесь. Хотя это не обязательно было. Ладно. Ну, а вот тут, ребят, не получилось, к сожалению. А зря... Да куда ты? Да что ты? Блин, слишком медленно, ребят, я не понимаю, ну... Ой-ой-ой-ой-ой, с такими... Все, у него опять броня, ребят, слетела. Опять слетела, блин, чертова броня. Хотя она по максималке. Может быть, надо эту расфасовку или как там? Разбалансировку? Ну, в общем, вы поняли, да? Чтобы нам... Ёпрсоте, чтобы нам бомбить зомбарей было проще и проезжать препятствия. Но в любом случае, ребят, мы свой рекорд уже побили по проезду. Ёлки-палки. У меня чувак едет просто без всего, без брони, без крыши. Сейчас у него ускоритель закончился. Так, ну что, остается лишь вот это вот докупить и... Последнее, так, я оружие даже, ребят, не проверял, что означает. Вот это нам, развесовку потом докупим, наверное. И я думаю, что уже точно с вами проедем. Классно. Ну, он очень быстро теряет скорость. Может быть, у него и максималка, но он ее очень-очень быстро... Да что ты будешь делать-то? Нифига себе я придумал. Ладно, здесь мы еще с вами, по-моему, не катались. Или катались. Так, ну машина, по крайней мере, еще целая. Ага, вот. Вот оно, это место. Слушай, а потом, если мы даже, предположим, да, покупаем с вами новую машину, ее, наверное, тоже придется апгрейдить. Там, наверное, все будет намного сложнее, намного дороже. Блин, хочется просто, на самом деле, ребят, проехать и посмотреть. А вы пишите в комментариях, не утомила ли вас вот эта вот моя езда. Потому что, в принципе, очень много приходится раз проезжать по тем же самым территориям. Ну, вы сами прекрасно это все видите.
и, наверное, утомила кого-то. А если нет, то так пишите нет, и я буду, ребята, все снимать, как говорится, как оно есть. Ничего не вырезая, не уменьшая. Вау. Вот это сейчас было смачно. Ёпарсете. Я удивлен, что еще моя машина целенькая, даже не дымится. Бочка сверху. Совсем, совсем немножко. Да ёпарсете, ну зачем она по мне-то ударила? Я вообще кто-то... Я сумасшедший просто, ребят, смотрите. Просто крэзи. Не надо только падать, а пожалуйста. Ну! Что там? Что там? Бензин закончился. Ребят, совсем чуть-чуть не хватило. Слушай, а как быть? Как быть? Ну, предположим, я даже куплю вот это вот. Предположим. Чем мне это поможет? Для достижения моей цели. Слушай, у меня горючка закончилась, ты понимаешь? У меня закончилась горючка. Так, ладно, давай попробуем как-нибудь аккуратнее ехать, если это вообще можно сделать. Ну, понятно, все бочки мои. Это как всегда, это по стандарту, ребят. Ну, вот эти вот всякие коробки, ящики. Давай не теряй скорость, едь на максималке, какая только у тебя есть. Не глупи и не тупи, пожалуйста. Пожалуйста, бэмс. Так, это уже третью бочку, которую я ловлю. Понятно, еще и врезался. Нет, по-моему, не вариант. А что ж тогда делать-то? Так, я не знаю. Я не знаю, что нам делать. Как нам быть? Уже машина без брони, абсолютно голая. Фига себе, мы заехали. Ладно, предположим, полпути уже пройдено. Мы с вами без брони, практически без горючки. Я не знаю, кто ее сожрал. 5 или 6 бочек мы уже своим корпусом поймали. То есть вообще замечательно. Отлично, они мне еще пишут. Отлично, Рэй, все отлично у тебя. Ты едешь как профи. Но в данный момент, может быть, как и профи. Нет, 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 нет. Жесть. Так, что у нас тут? Я не знаю, что у нас тут. Тут у нас зомби. Воу. Бочки, блин. Ребята, чуть-чуть осталось. Ну, подгазуем. Ну, бензин за... Да как же так? Как так, ребят? Вы посмотрите, мне осталось там буквально... Давай попробуем вот так вот сделать. Я не знаю, чем нам это поможет. Стрельба прекращается, когда заканчиваются патроны. А патронов у нас 20 штук. Понятно. Ё, просто нифига себе. Бомбанул. Так, ну, я понимаю, что мы с вами подбиваем зомби. Что нам это дает? То есть мы их просто не сбиваем, а расстреливаем, да? То есть, соответственно, мы сохраняем себе броню, судя по всему, да? Все, закончились патроны, отстрелялись. Но у нас оно и прокачано было не полностью. Не по максималке, ребят. Так, ладно. Опять на те же самые грабли. Ну. Мы очень сильно теряем скорость, когда с большой высоты, ребята, врезаемся. Вы заметили? На землю приземляемся, у нас сразу же теряется львиная доля скоростей. Так. Вау, получилось. Я еще с броней еду. Полпути, а я еще с броней. Вот это круто, ребята. Все, брони нету. Ну, зато есть автомат. Есть немножко ускорения у меня. Оу, классно сейчас было. Так, давай, едь аккуратнее едь. Не надо. Блин, моя тачка, ребята, уже на исходе практически. У меня жаждет только одна мысль. Ребят, доехать.
Нет, 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 нет. Ну, осталось чуть-чуть осталось. Ну, пожалуйста. Да куда ты еще? Все, это фиаско, ребята. Я застрял в какой-то ерунде. Тут осталось-то совсем чуть-чуть. Ну давай, проигрывай как-нибудь, я не знаю. Ладно. Так, я еще $390 получил. Только зачем мне эти деньги, я не знаю, ребята. Я не могу проехать эту трассу. Я не могу ее проехать. Все время мне чего-то не хватает. Понимаешь? Вау. Ты посмотри, что со мной тут происходит. Я просто бешеный какой-то. Ну, естественно, эту бочку никак мне не подбить. Так, патроны закончились. Как будто мне от этого легче, что у тебя закончились патроны. Главное, чтобы не закончилось ускорение. Понятно. Ну, это, ребят, ну, по стандарту. Просто-напросто. По стандарту я врезаюсь в эту ерунду. Тихо. Да не надо так. Еще клювом своим упади вниз. Ну, по-моему, сейчас мы едем намного лучше. Я не знаю, что там насчет горючки. Ёлки ты палки. Но броня на мне вся целая. Отлично. Бумс. Взрывы. Дверь отлетела. Она за мной следом, ребят, летела. Дверь-то, кстати, от машины. Не надо вот это вот паники. Мы не на Титанике, ё-моё. Совсем чуть-чуть, ребят, совсем чуть-чуть осталось. Блин, вдруг повезет, а? Вот здесь вот нужно. Вот. А то могли бы туда упасть и... Так, ускорение закончилось. Ну! Есть! Ой, ребятушки. Опа-на. Ты понял, что нас там поджидает? Так, мы продвинулись. Давай-ка я зайду в гараж и гляну, что... Что мне, ребята, достается. Новая машина. Так. Слушай, ну все то же самое, да? Движок, коробка передач, колеса, пулемет немножко другое, ускорение немножко другое. Хм, горючка. Не надо, не надо мне больше. Так, и движок. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы будем с вами завершать этот видосик. Он получился, наверное, слишком длинным, долгим для вас, но вы мне пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!